После 9 вечера продавать спиртные напитки нельзя, а вот купить, оказывается, можно. Во всяком случае, съемочной группе РТВ это удалось. Подробнее о результатах нашего своеобразного эксперимента прямо сейчас. На часах почти 11, а это значит, что в Реутове уже не купишь алкоголь по закону, в Московской области его перестают продавать после 9. Сегодня мы проверим, все ли предприниматели работают по совести или есть те, кто ради прибыли готов работать незаконно. Первый в нашем маршруте супермаркет на проспекте Мира. Берем две бутылки пива и проходим на кассу. Продавец отпускать товар отказывается. Говорит, после 9 алкоголем не торгуют. Тем более в зале ведется видеонаблюдение. Зато охотно подсказывает точку, где алкоголь в свободной продаже. А вы не знаете, где можно купить в это время? Сейчас я вам вот Не должно быть продавать. А если что, попадаешь чуть-чуть через перекресток. По соседству выбор крепких напитков богатый. Продавец смотрит с подозрением, зовет хозяина торговой точки. А можно два пива? Пенный напиток продают, что называется, из-под прилавка в качестве упаковки – непрозрачный пакет. В сетевом магазине – неудача. Охранник даже не дает дойти с бутылкой белого до кассы. Последняя точка на пересечении Советской и Мира. Здесь, кажется, кроме алкоголя вообще ничего не продают. Пиво на разлив, водка всех видов и большая очередь. А главное, работают счастливые люди. Часов не наблюдают вовсе. Наш эксперимент состоялся. Оказывается, в Реутове купить алкоголь можно в любое время суток. И никакой закон этому не помеха. Только за час мы успели приобрести водку, пиво. И даже виски. Недобросовестных предпринимателей, готовых продать нам все это, оказалось достаточно. Будем надеяться, что и честные еще остались. Анна Чернова, Виталий Шкурин для РТВ.